И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Андрей, вы на канале Greco Music Video. Это у нас третий рабочий день или третья серия. Вот троечка как раз у нас, и мы погнали. Погнали развивать наше великое, прекрасное, всемогущее кафе, интернет-кафе, друзья. Пока там кафе, конечно, никаким и не пахнет. Потому что что? Потому что мы пока развиваем наше кафе в плане компьютерной техники. Как компьютерный клуб, я бы сказал. А кофе мы будем продавать чуть-чуть попозже. Пока что этим попущенным людям, которые там заходят, вот придурочным вот этим вот. Тукуа уитин сани дан. Ладно, вали отсюда. Идем смотреть, как там у нас наше кафе. Что с ним за последние сутки или сколько произошло. Открываем. Ах, красота. Ну, красота. Швабра. Так. Итак, что мы сначала делаем? Конечно же, включаем электричество, потому что оно, как всегда, у нас что? Выключается. Так, а вот там, иди отсюда. Не, я возьму сразу биту, дабы упредить, так сказать, кражи. Включаем, запускаем наше интернет-кафе. Да. Боудинг. И сразу добро пожаловать. Добро пожаловать, друзья. Так, что у нас там? Steam, Default, тун-тун-тун-тун-тун. Так, что-то у нас немножечко играет качество. Давайте-ка мы... Я же купил новый монитор. Понимаете? Так, что-то да, здесь немножечко не то. Нам надо подувеличить немножко качество. Какая-то хрень стоит. 1280. У нас 1920, друзья. 1920 на 143. Да, у меня 144-герцовый новый монитор. Друзья, новая веб-камера. Новый, пожалуйста, обратите внимание, микрофон. Все в реальной жизни. Потратил хренову тучу добра. Добра, бабла. Заплетаясь, как сволочь. Ладно, продолжить. Вот совсем другое. Смотрите, какая красотища. Красотища. 232 бакса, друзья, у меня есть. Так, что мы будем отстреливать? Что мы можем купить на 233 доллара? А я не знаю. У нас тут криптовалюта есть, например. АППС, мой любимый. Ой, что это тут? Окошко маленькое. Так, все мы здесь вроде скачали. Может, пару игр купить? Нахрен эти игры? Подождите, там где-то я видел на Замазоре. Так, что у нас здесь есть? Заказы, компьютеры, ту-ту-ту, изменить цену. А можно цену поднять? Можно только опустить, нет? Ага. Привет. Добро пожаловать. Добро... Так, надо здесь что-то настроить. Утвердить на 2 часа. Заказ... Не, ладно, пока не будем повышать стоимость. Ой, еще один. Ха-ха-ха, прям пруха с утра. Пожалуйста, присаживайтесь, друзья. Пожалуйста, работайте, играйте в игры. Ну, что-то по 30 минут только. Ну, ладно, сиди, довольствуйся. Так, мне надо, знаете, куда зайти? Мне надо зайти не сюда. Замазор. Где этот дурацкий Замазор? Так. Замазор. Все будет Замазор. Где-то я видел игровые вот автоматы, друзья. 1400-1200. Че, охренели, что ли? Подешевле вообще вариантов нет. Какой-нибудь более-менее дешманский... Убежал. Я тебе сейчас. Куда? Куда? Куда подонка? Два подонка убежало. О, нет, это нищий ходит. Сейчас к нищему надо подойти. А, на! Здоровый! Здоровая ты черная жопа! Ха-ха! Отвалил по щам. Сейчас надо биту купить. Это у меня без биты. Так, идем дальше. Где нищий? Нищий, иди сюда. Слушайте, миссии нищего, они очень перспективные. Но сейчас мы подождем. Так, ладно, пока там мадама пускай чилит. Привет, друг. Слышал, что постоянно отключается электричество. Да, у меня с этим проблемы. Эти ублюдки намеренно... Какое слово? Ублюдки намеренно закрыли электричество, чтобы брать взятки. Вот подонки. Если вы дадите мне 200 долларов, я подкуплю этих панков, и они больше не отключат электричество. Давай! Вот и решили проблему. Мадама. 200 баксов! Ошиздеть вообще! Коробка для подсказок. 7 баксов. Так, товарищ Трамп.
Трамп зеленого цвета. 200 бачей, вы видели, это шмаровозина мне подсуетила 200 бачей. Утвердить, утвердить. Ну это ж красота. А чё все... Чё за оценки? Однозвездочные. Не, ну не серьезно. Так, кто там еще? Утвердить. Утвердить. Друзья, очень классно. Так, товарищ Трамп, а чё у вас свет выключен? Что вы сидите в темноте? Так, вот там ходит вот этот... А так... А-та-та! Куда ты? Смотрите, мент бежит сразу. Я, между прочим, тебе помогаю. Ловлю преступность. Так что спасибо, должен сказать. Ну, конечно же... Не, товарищ Трамп. Good afternoon. Ничего себе, он там... Ой, у меня грязно, ребят. У меня грязно. Слушайте, очень грязно. Уже почти чисто. Сейчас мы все следы, так сказать, по красоте сделаем. На-на-на-на. Все, вроде чисто. Так, что мы имеем? Мы имеем... $113. Подождите, а как... А-а-а! Это я тогда обрадовался, что типа она мне дала $200, а там минус $200 было. Твою дивизию. Пошел вон отсюда. Хорошо. Хорошо разлетаются щи. Мне очень нравится. Лежит там. Короче, тогда я обрадовался от плюс $200. Оказывается, там было минус $200. Это у меня нищий. В следующий раз я выберу духи... Слушайте, друзья, у меня здесь, оказывается, воняет. Я забыл совсем купить дихлофосный баллончик, чтобы здесь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, пожар. Пожар, слышу пожар. Где горыть? Где горыть? Дружище, я тебя спасу. Fire! Ой, у меня заканчивается огнетушитель. Давай бабло сюда. $74. Хорошо, так, и у меня копилочка. 11 баксов. Чё ты здесь ходишь? Вали отсюда. Так, друзья, у меня чуть не сгорела техника. Мне надо купить, в первую очередь, баллончик от этих вонючих людей. Кроме того, что они тут ходят и срут, они еще и воняют. Вот, вонь. Компьютеры непригодны для использования. Есть зараженный вирусом. А, друзья, слушайте, я совсем забыл включать сканер. Сканер, вот чтобы не было... Было поменьше вот этих жалоб. Так, что мне надо купить? Надо не забыть купить мне этого баллончик и огнетушитель. Потому что огнетушитель у меня... Я не знаю, слушайте, а что там показывалось? Что ты горишь все? Все, огнетушитель сдох. Мой огнетушитель умер. Вирусы. Так, у нас сканируется, хорошо. Там какой-то тип зашел на часик. Пожалуйста, посиди, почиль. $187, друзья. Мы растем. Мне надо еще купить компьютерной техники. Мне надо больше денег. Так, а вот это мы можем продать. Барыги. 100%. Сейчас пока оставим здесь. Потому что я помню, баллончик продал, вот когда использованный. И барыга мне подсуетил 9 бачей. Так, извините, пожалуйста. Ага, скотина, блядь. А куда ты лезешь? Щема... Отжать хотел у меня что-нибудь здесь, да? На. Жалко, добивать нельзя еще. Фу, следить надо. Вот где товарищ мент? Который должен блюсти за порядком. Хорошо. Давай, 25 баксов, копилочка. И еще 20 баксов. Хорошо. Так, что у меня тут по физическим? Так, мне что там? Это позволяет носить более сильные удары. Так, это пока мне не надо. Физически кафе. А что мы кафе тут развивали? Люди оставляют больше чаевых. Ладно, пока здесь у меня очень мало. Так, давай, дружище, заканчивай, потому что мне надо быстренько сбегать и приобрести огнетушитель. Потому что компьютеры старые, техника старая. Это вот, как оказывается, оно может все подгорать. Слушай, ну вы хорошо. Вы прям ходите, мне это нравится. Ладно, сейчас по-быстренькому. Ладно, мы по-быстренькому сбегаем.
Так, нажмите спей. 140. Еще и чаевые оставил. 30 минут мусор. Иди отсюда. Все. Закрываю кафе. Пошел вон отсюда. Нехрен здесь ходить. По полчаса у меня высиживает пока. Не надо сходить. Понимаешь ли, к очень важным. Товарищ Трамп. К очень важным людям. Нищий, ты мне подсуетил. Слушайте, ну он как может дать хорошее задание и заплатить приличные деньги, так может и обомжарить меня. 32 бакса. Как же продавать? А почем у тебя огнетушитель стоит? 50? Да. Да это очень выгодно. Так, что там? Опять я несу огнетушитель на чем-то. Так, хорошо. Запах еще мне надо. Мне надо купить, друзья, чтобы по 10 тысяч раз не бегать, этот вот. Кого? Рюкзак. Правильно? Надо купить рюкзак. Потому что... Так, ладно, мы побежали быстренько за средством, уничтожающую вонь. Потому что люди ходят, ставят вот эти попущенные оценки, однозвездочные. Так, а сколько чемодан стоит? 1000? 3000? Че, охренели, что ли? 2000? За что, блин? За рюкзачок? No. Пойдем пока. Пособираем денег. Так, что, мне надо купить... Слушайте, надо в этот рабочий день купить какой-нибудь игровой автомат, который бы приносил капусту. Так, я подумал, это посетитель ждет меня. А тут барыга ходит. Так, что у нас по воне? У нас очень... Ой, бляха, у нас, оказывается, как в сортире просто воняло тут. Так, запшикиваем все. Все. Замечательно. Открываем кафеху. Добро пожаловать. Всем добро пожаловать. $344. Друзья, опять вонь. Не видите свой личный аккаунт? Вирусы. Слушайте, давайте мы сделаем одну очень классную тему. Не хочется тратить 50 баксов? Ну да ладно. Купить премиум. Все, у меня премиум. Автосканирование активно. Сканируем подключенные к сети компьютеры за определенные периоды. Ну и все, шикарно, все работает. 50 баксов и no problem. Давайте-ка мы отстрелим. Сколько у нас стоит на Замазоре игровые автоматы? 312 баксов. О! Так, а ну-ка сюда копилочка. У меня же там в копилочку люди оставляли бабло. Я ж такой весь, охренеть, какой предприниматель. Жилка предпринимательская. А что свет не горит? Электрический переключатель. Свет горит, все работает. Нет, брать мне предмет не надо. Я не понял, почему у меня... О! А, придурок, это я его выключил. Так, что я хотел? Копилочка. Ай, 6 баксов. Ну, черт возьми. Сколько у меня этого получается? Где у меня тут чемоданчик? У меня 300 баксов. У меня, друзья, не хватает буквально чуть. Проходите. Почему вы не заходите ко мне? Там я увидел подонка. Шляет, что здесь ходишь? Шу, вон отсюда. Так, давайте, ладно, пока нет посетителей, мы наведем небольшой порядок. Потому что засрано у меня здесь. Люди приходят, должно быть все чисто, убрано. Жилка-то, чувствуете, какая у меня предпринимательская жилка. Я вообще очень, очень общительный предприниматель. Вот, видите? Он опять за свое. И нехрен здесь вообще отстреливать. Идите отсюда, я убираюсь. Так, давай, грязная бутылочка. А что ты не вытираешь? Ай, господи, придурочный я. Это же мое средство для приятных запахов. Запах у меня приятный вообще. У меня чисто. Люди, заходите. Так, что мы можем купить? Мы ничего пока не можем себе купить, поэтому пока ждем покупателей. Валяются опять эти обоссанные собаки. Это не их санинка, к сожалению. Точнее, к радости. Это... Заходи, товарищ. Кто ты? Не знаю, кто ты. В маске все тут, пандемия ходит. Возьму-ка я биту, потому что здесь нежданно, негаданно, обычно... Слушайте, так это может сейчас кафе пока ночь? Вот сейчас светает. А ночью типа люди в кафе не ходят. А почему?
У меня кафе круглосуточное, пожалуйста. Греку гейм. Очень прекрасное название. Люди, заходите, оставляйте бабло. У меня да новый игровой автомат вообще. Заходите. Не, может они меня пугаются, то, что я сбитый тут хожу, как придурок. Слушайте, у меня тут эта мышка еще одна. Надо не забыть про нее. Ой. Нет, так, я тебя точно где-то пропущу. Так, хорошо. Мы уже немножко продвинулись. Слушайте, ну мне вот еще кресло надо поменять. Тоже приходят люди своими попами, садятся. И неудобно, неудобно, понимаете? Неудобно. Ну, слушайте, а чего вы не заходите? Никто причем. Товарищ, леди, леди. Пожалуйста, нельзя курить. Чего вы курите? Курение у вас убивает. Швабра. О! Сюда, сюда, сюда. Ну, заходите, ну. Ну, чё вы? Что тут, мясная лавочка? Нет, здесь продают фруктики. Ладно, пойдем почилим что-нибудь в компьютере, если эти не хотят никак сотрудничать. Что-то я видел, там есть что-нибудь интересного. Там синенький человек ходит. Только ко мне не забегай. И... О! Добро пожаловать. Добро пожаловать, дорогой. Так, интернет-кафе. Полчаса. А ты сколько возьмешь? Часика три давай. О, два часа, хорошо. Замечательно. Пару баксов и у нас игровой автомат. Зашли и насрали. Как же без этого? И один, и второй. Здесь можно мусорку поставить, чтобы они не загаживали тут. Это дело такое. Так. Друзья, что у нас есть? Мое кафе? Нет, пойдем на www. Мы closed. Одежда. Я могу выглядеть очень классно. Только идите вы в баню. Покупать. Что вы там мне предлагаете? За $500? 170... 500... Не-не-не. О, видите? Подонок уходит. А бабло заплатить? Вы не желаете, сударь? Ай-ча! Будешь знать, у меня кафе не только очень гостеприимное, но и люля отвешивающее, если это необходимо. Крипто. Что мы можем с криптой? Так, ребята. Ой, тут что-то все серьезно, да? Что-то купить, что-то продать. Тут, туда-сюда. О, видите, пришел товарищ, который хочет... Сука. Блядь, отдай мне сюда. Куда ты... Это мое. Это мое. Вы представляете, он монитор свистнул. Так, друзья, все хорошо. Строить. А какой падла, да? Стырил и такой... И сзади ему в жбан. Нана! С дубинки. А что это? О, нет, я думал уже, если я кинул на улицу, то не могу поднять. Нет, все в порядке. Все в порядке. Средства, так сказать, пресекающие нарушения. Снова со мной. Это не может быть. Мадам, леди. Друзья, 404 бакса. Мамин парень. Вот это сейчас мы утверждаем. И куда? На... Замазор. Оценки хочу. 5 баллов, 5 звезд. Если придут более красивые девушки, я увеличу оценку. Слышишь, мне тут не бордель, ну, чтобы ты у меня увеличивал оценку за более красивых девушек, если они тут придут. У меня интернет-кафе. Пришел, почилил, посидел в интернете, выпил кофею, потом будет кофе. И все. А вот тут девушки красивые. Не. Так, друзья. Все, заходим. А, не сюда. Нам надо... Нам надо что? Май кафе, господи, а чё ж, куда я туда? Тихо. Не, показалось. Хорошо. А что он там? Продлевает, да? Продлевает. Продлевай, конечно, мадама. Так, куда? Замазор. Мы заходим на Замазор и игровые автоматы. Слушайте, а у меня уже $404. Может, я какой-нибудь более такой мазёвый, что ли? 325 есть, 312. Чем он отличается? Game Arcade Box Machine. Place Machine. Так, может быть, стоит подкопить? Негоже. Негоже, сударина. Сейчас мы отвесим вот этому. Девушек не бью, но 125 баксов. Твою мать.
Посмотри мне. Ой, ой, боже, еще и засрали тут все, что... Друзья, 125 баксов она оставила. Вы знаете, что это значит? Что у меня там уже, может быть, автомат более... Ай, пошло нафиг пока эта уборка. У меня этот автомат мазевый. $429. А что там, не 100 баксов было, не? Не туда посмотрел. Давайте подождем. За 560 баксов хочу я себе приобрести какой-нибудь очень хороший, перспективный игровой автомат. $99. Пушистые зайчики. 528 баксов. А посмотрим в ячеечку с 7 баксов. Маловато. Так, заходи, родной. Сейчас, сейчас все под тобой уберу, подотру. Заходись, желательно на пару часиков. Так, опять пошли отсюда эта технология на 20 лет. Я писал на штаны. Было бы здорово, если бы там был туалет. Ну, вы еще туалет хотите. Так, еще на 3 часа. 3 часа. Хорошо, да хорошо, сидите, друзья. Все, 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 все. Я чувствую, чувствую шуршание, шуршание деньжат. Шуршание. Главное, чтобы не пропустить, и они никуда, сволочи, не убежали. Так, это убрали, это убрали. Наследили, как всегда. Наследили. Где еще у нас тут грязно? Подсказывает нам. Так, вроде все чисто. Хорошо. Так, друзья, как у вас там дела? Все ли в порядке? Все ли вас устраивает? Сидите. Так, надо взять биту на всякий случай. Потому что они убегать что могут? Они просто... Есть такие наглые, что просто уходят вальяжно. И идут себе. Как ни в чем не бывало. А бабло заплатить. Стараюсь-то я для вас тут. Так, хорошо. С криптой мы там вроде разобрались. Какая-то есть у нас криптовалюта. Что за билл? Билл непонятно. А, билл это у нас здесь штрафы наши. Хорошо, мейл. Давайте посмотрим, что у нас там есть на мейле. Ваши данные. Хорошо. Здесь ничего интересного. Скин кейс. Ага. Скин кейс. Что это? Я не знаю. Пока не буду тратить бабло на это дело. Слушайте, как сидят долго. Я прям есть... О, видите? Вот я про вот, таких подонков. Уходит себе. Хорошо, все. Мне стопудово уже хватит на игровой аппарат, причем высокого уровня. Потому что у меня что? У меня 680 баксов. Я могу за 640 взять. Красота. На один час. Сиди один час. А ты сколько, дорогой? Два, 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 ставим два, что? Отправить личное сообщение, я знаю, если получится, я хотел бы комментировать, но какая-то фигня. Ну и не комментируй. Посидел 3 часа, заплатил 60 баксов, все. Чеши домой. Друзья, ну что, покупаем за... Нужно за 640? У меня сейчас есть 680. Мы берем хороший игровой автомат. Полная оплата, погнали. Синева, иди отсюда. Так, ждем. Скорее всего, нам его привезет чувак на верблюде. Но я не уверен. Здорово, тинки-винки. Не надо тут это, спокуха. Так, опять там я вижу следы, запах. Ой, вонь, ой, вонь, 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 вонь. Убираем вонь, срочно. Сейчас к нам приедет новый, крутейший игровой автомат. Но мы пока сейчас здесь немножечко поубираем следы, грязь. Очень скоро я разбогатею, куплю себе робота-пылесоса. Ну что, приехал нам игровой? Нету, нету, нету еще игрового автомата. Что у нас по температуре? Держит авто. Авто. Warm. Тепло. Замечательно. Красота. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Игровой автоматик. Я чувствую. Чувствую прямо сейчас, как... Эх. О, едет. Давай, дорогой, сюда. Сюда. Сюда мне автомат. Мадам, hello, заходи. Hello. О, довольная. Видите, уже лицо у нее довольное. Присаживайтесь. Кстати, так, 3 часа. Утвердить.
Так, все, верблюд нам привез. Идем, идем, идем расчехлять. Идем расчехлять. Какие ощущения хорошие. Строить. Давайте-ка мы его поставим сюда. Так, сейчас я чувствую, он движется по направлению не к кассе. Здорово, 50 центов. Платить надо деньги. Так, устанавливаем, друзья. Устанавливаем мы наш прекраснейший игровой автомат. Так, сейчас чуточку еще так его красиво. По красоте надо, по красоте. Оп, все, стоит, хорошо. Господи, 600... Что, он 640 долларов ставил? Как это, продали барахолки, блин. Грязно у нас. У нас грязно тут, понимаете? Нас следят, нас рут. Все убираем. Оп, оп. Это что там? Это откуда прилетело 35 долларов? Это откуда прилетело? А! О! Так это она чилит в автомате и 35 баксов? Красота. И там не надо ничего нажимать. Вообще красота. 35 баксов. Ну, долго он себя так будет относительно долго окупать. Так. А это все суд в штаны. Чего вы ссытесь-то в штаны? От удовольствия, я надеюсь. Не-не-не. А, это она заплатила. Она заплатила 35 баксов, а я хотел ей отвесить по башке дубинкой. Ладно, извини, вот за этим надо следить. А то я так могу без разбору всем навалять. Ко мне вообще никто не будет ходить. Скажут, что, блин, там ни хрена себе предприниматель, платишь бабло и за то, чтобы тебе отвесили по щам. Вообще, так, мадам. Хорошо. 130, боже, бабло... Я чувствую прямо, вот чувствую. Есть ощущение хорошей прибыли. Ну хорошо. Ой, ты молодец. Видите, этот ручку подает Обама. Стоит у меня. Молодец. Хорошо, слушайте, друзья, сколько у меня там уже бабла. И что мы можем? У меня уже 386 долларов. Это прекрасно. Я не знаю, место получше. Эти все вписывают в штаны. Все писают штаны. Ну что, у меня средняя оценка 2.0. Пока не улучшаем. Что мы можем приобрести? Давайте-ка мы зайдем на Замазор. Компьютеры. Компьютеры, слушайте, очень дорогие. Нет, на дорогие консоли. Давайте посмотрим, что у нас по консолям. Консоль стоит 420 баксов. Гейм консоли. Есть 278. О, PS5. 1380 долларов. Пока. Так, стул. Вот там у меня один вонючий стул. Ну, у меня не так много денег. Я еще хочу, знаете что, накопить на один игровой автомат. Мне понравились игровые автоматы. Люди заходят, платят бабло. Хотя, вы знаете, нет, наверное, компьютеры повыгоднее будет покупать. Столы. Может, еще один стол компьютерный? Махануть одно рабочее место еще. Там у этого зеваки нету. Слушайте, а что там? А, у нас, видите, у нас ночь на дворе. Да, судя по всему, на дворе ночь. Давайте посмотрим, там, может, на компьютере есть сколько времени. Да, 5 утра. И люди не ходят. Я-то думаю. Что случилось? Что я не угодил кому-то? Так, друзья, давайте мы все-таки посмотрим. Так, что у нас здесь еще есть? Это контроллеры. Хорошо. VR-очки. Так, я все, ладно, давайте, хорошо. Мы сделаем еще одно рабочее место, чтобы у нас было 3 компьютера. Все. Я решил. Так, какой стол мы берем? 386. Какой-нибудь бомжарский надо стол какой-нибудь взять. Вот. Old. Старый компьютерный тейбл. Стол. 386 долларов у меня есть. О, есть 320. Basic VR Table. Нет, на VR Table нам не надо. Мы заказываем обычный стандартный стол. Корзину. За 328 баксов. И ждем чувака на верблюде. Очень классный способ доставки. Что у нас по чистоте? Практически чисто.
Практически чисто. Залазим, убираем. Так, все смотрим. Все смотрим. Сейчас народ, уже утро. Сейчас люди, так сказать, идут с новыми силами. С новыми наполненными кошельками. Так, по запаху. По запаху практически все хорошо. Запахи заканчиваются быстро. Капец. Но и очень хорошо, что можно барыги сплавлять-то. За относительно хорошие деньги. Это все дело. Так, 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 так. Смотрим. Ждем, ждем, точнее. Ждем, друзья, ждем. Ждем, 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 ждем клиентов. Так, кондиционер работает, кондиционер. Все, мадама, здравствуйте, пожалуйста. Добро пожаловать. Слушайте, а что если мы немножечко... Так, а что это 35 баксов? Решили почили чисто... А, верблюд. Что он нам привез? Он нам привез... Так, новый компьютерный стол. Хотя он старый, безгранично. Давай, друг, лобай. Все для тебя. Вот ходит... Идите отсюда. Нечего здесь отстреливать. Здесь люди отдыхают. И... Что такое? Я купил. Это мое. Иди отсюда. Лови преступников. Я нормальный человек. Так. Вот так у нас появляется еще одно рабочее место, друзья. Еще одно рабочее место. Так, в притирочку. Все аккуратненько. Так, вот. А так. Ни хрена не в притирочку. Так, аккуратно. Мы экономим место. Не хочет он становиться. Ай, ладно, хер с ним. Так, у меня что? Есть у нас еще мышка. Ой-ой-ой-ой. Чем больше людей, тем больше вот, вот они приносят сюда мусора с собой. И следят. Слушайте, мне очень нравится, это очень удобно, что вот с этого агрегата они просто сразу закидывают лаве туда. Я очень боюсь, если сейчас эта гнида синяя забежит сюда и взорвет что-нибудь. Вот очень прям боюсь. И проследить за ним будет практически невозможно. Куда побежал? А, это... Не, вроде он не своровал ничего. А, все-все-все, хорошо, он играл в этом. Так, мышка. У меня есть компьютерная мышка, маус. 35 баксов сюда, 35 баксов. Качила, здравствуйте. О, друзья, 163 бакса. Пошло, пошло движение по банковским счетам. Не, хотя я с наличкой работаю. Ух ты, блядь. Этот, Брюсли. 114 баксов. 114 баксов хотел. Падла. Так, друзья, хорошо. У нас 12 часов дня. Самый разгар. Что? Три комментаторы едят дерьмо. Что это за комментарий? Что это за оценка? Я для вас стараюсь. Я для вас стараюсь. Так, что я могу, кстати, купить у барыги? Я не помню, что я могу купить у барыги. Я могу, помню, у него есть монитор. На 3 часа хорошо. О, друзья, слушайте, нет, я пока уходить никуда не буду. Я пока буду здесь отстреливать, что у меня происходит. Я пока посмотрю. Так, садись, садись, дорогой, хорошо. Движуха-то пошла, ребята. Бабл на 2 часа. Чу, расценочки надо скоро? Нет, расценки пока не буду. У меня компьютеры такие еще относительно древненькие. Смотрите, ходит. Так, давайте посмотрим, что у нас. 119. Красота. Смотрим, что мы можем. Мы можем. Люди оставляют больше денег в коробке для чаевых. Не знаю. Давайте физически посмотрим. Так, что там? Там автомат играет. Ты намного лучше справляешься с бейсбольной битой из-за твоего прошлого. Бейсбольные биты легче ломаются? Легче ломаются? Перевод, конечно. Тебя столько раз били, что ты больше ничего не чувствуешь. Вы становитесь более стойкими. Давайте, друзья, вот это возьмем. Мне это нравится. Выносливость не истощается быстро при получении урона или бега. Так, что у нас дальше? Вы не теряете выносливость, когда получаете урон. Полиция тебя не подозревает, потому что ты такой обычный типаж.
Я не хочу быть обычным типажом, я хочу быть крутым. Люди собирают больше чаевых. Давайте. Ах, у меня не хватает чуть-чуть деньжат. На чуть побольше чаевых. Так. Как всегда. Срам. Убираем. Все убираем, друзья. Так, вот там чуть-чуть завалялось. Так. Вроде чисто. Друг, пожалуйста. Пожалуйста, заплати бабло. $87. Так, давайте проверим. Коробка оставляет больше чаевых. $13. Индусские пальчики. Очень хорошо. Что мы имеем? Что мы можем заказать? 400. Хорошо. Уже там 400, у меня $83. Погнали на Замазор. Так, а там у типа можно... В принципе, зачем нам... что-то дорого заказывать. Можно что-нибудь бушечку. Может, что-нибудь поменять все-таки, обновить мониторы. Кстати, давайте будем по красоте обновлять уже. Чем мы это? Люди-то приходят вон. Идут прям. Давайте мы им дадим возможность сидеть за хорошими компьютерами. Смотреть в хороший монитор. Заходим на Замазор. Так. И где у нас там мониторс? О, слушайте, а что мониторы такие дорогие? $550 монитор? Может, за 350? За 350 еще куда не шло. Но 550 это дорого. 1500. О, монитор как у меня. Красивый. Но у меня не 1500, он стоил, нет. Так, давайте, друзья, добавим в казину за $350 монитор. Уй, поперла. Так, мадам, давайте бабло, давайте бакиночи сюда. Спасибо. Пожалуйста, приходите к нам еще. Приходите, мы очень будем рады вас видеть. Особенно, когда вы оставляете чаевые $1. Здравствуй, синий поросенок. Так, друзья, я вижу, что у нас опять следы. У нас опять грязь. И чем больше у нас становится рабочих мест, чем больше людей, тем больше это начинает накалять. А люди ж такие. Так, это ж ты играл за автоматом. Да? О, действительно, еще побежал поиграть. Хорошо. Че, поиграть, дружище. Боже, у меня все для вас. Все, здравствуйте, мои дорогие. Давайте. Что там с монитором? Где монитор? Эй, товарищ на верблюде. Египтянчик. Давай едь сюда. Так, друзья, вот здесь у нас монитор хороший, здесь монитор плохой. Ты... Монитор едет, друзья. Красота. Все очень хорошо. $99. Давайте. А, люди оставляли больше чаевых, мы же тогда не купили. А я подумал, что я купил, и они оставляют так мало. Все, взяли, чтобы люди оставляли больше чаевых. К нам приехал новый монитор. Очень хорошее ощущение. Очень приятное ощущение. Вот, пожалуйста, вам новый монитор. Что нам надо? Стул? Давайте, слушайте, посмотрим. Стул? Что нам тут осталось? Дружище, жди. 3 часа. Ничего себе, чуть не профукал. Давайте-ка... 5 звезд! Слышу вот это... звон монет вот этих. Очень приятно. Хорошо, друзья, давайте клавиатура. Что у нас по клавиатуре? Потому что у барыги там клавиатура такая себе. Вот у нас что-нибудь за... Сколько у меня есть? Ты куда ты уходишь? Ты посидел за компьютером и уходишь? Решил уйти? Не рассчитался со мной? А нет, прошу прощения. Ну а ты вот широкоплечий и как утка идет. На сразу тебе. Ты чё? Я тебя не трогал, вон здесь не заплатил. Ты чё там, защитник отечества? Тоже? Будешь лезть, сразу же отхватишь. Ты, дела у меня с вами все на коротке. 234, давайте добавим в корзину. И у нас еще нам нужен стул. Так, пошли дела. Нам еще нужен стул. А, я люблю плохо комментировать. Что за комментарии, честное слово? Так, что я, друзья... заказал. Я заказал, значит, клавиатуру. Мне надо стул. Стул, чтобы люди... $285. Ну, опускай. Пусть люди...
Мне вот, да, вот честно говоря, из автоматов немножко непонятно. Это он гад. Так, $12. А что так мало? А, наша там получасовая. Все, я понял. Так, друзья, вот уже начинается очень много мусора становиться. Вот честно вам хочу сказать, что купили мы, значит, вот этот охотник за вирусами. И все вот прям удобно, понимаете? Прям очень удобно. Прям не надо следить, и люди не оставляют плохих комментариев. У нас пожар. У нас пожар, и падла не рассчитался. Но, черт бы с ним. Я надо спасать технику. Технику надо спасать, к черту. Повезло. Повезло. $519. У нас не хватает. Я тут на широкую руку. И денег в подсказках тоже нет. Ну, давайте, что мы. Обычное дело. Швабру в руки и пошли работать. Че, как по-другому зарабатывать? Смотри, как, дружище, я за тобой. Мадам, здравствуйте. 35 баксов. 35 баксов. Сюда. Сюда 35 баксов. Так, что можно купить? Благодаря вашему улыбающему лицу у вас будут клиенты, которые оставят больше положительных отзывов. Вот давайте мы это возьмем. У нас, конечно же, не хватает очков навыка. Друг, ты сидел за компьютером? Или ты... Нет, ты не сидел за компьютером. Или ты сидел за компьютером? Черт возьми. Черт возьми. Сложно. Сложновато это отслеживать. Так, а сколько у нас времени уже? У нас 12 часов. 12 часов, и люди идут. Хорошо. По полчаса. Ну, сидите по полчаса. А что делать-то? У компьютера даже нет видеокарты. Как нет видеокарт? Ну, извините. Ну, что вы? А что поделать? А, мне же еще системный блок надо. Я там, типа, заказал мышку и стул. А мне еще надо... Так, братан. Придурок. Разговаривать нормально не умеешь. Так, а у барыги, короче, что? У него дешманские вот такие вот за $112. Но мне, у меня-то серьезная контора. У меня серьезная контора. И мне надо компьютер, конечно же, получше. Ну, давайте мы... Ну давайте добавим корзину за 420 баксов. Итого мне надо $939. Что-то долго. Что-то долго, походу, я буду собирать это все. Так, ладно, пока мы сделаем приятный запах в нашем заведении. Все, баллончик сдох. Не-не-не-не-не-не-не-не, только не ты. Сегодня, кстати, вы заметили, как-то вот эти... Камикадзе, они менее активны. Ну, заплати деньги. Мен, ты куда смотришь? Он ушел и не расплатился. 43 бакса. Куда ты смотришь? Нафига ты вообще здесь нужен? Вот, смотрите. Хорошо. Наш чупака так ныряет. Кайф. Блин, вот пресекать это, конечно, удовольствие очень большое. Очень большое. Так, сколько у нас времени сейчас? Сколько у нас сейчас времени? 5 утра. Сейчас опять попрет народ. Хорошо. Вот еще мы сейчас... Ой, работаю, не покладая рук. Не покладая рук. Слушайте, давайте проверим, как у нас дела обстоят. Вирус-сканер. Хорошо, вот я хотел посмотреть, как работает у нас вирус-сканер. Активно. Все, у нас здесь все работает. Хорошо. Друзья, давайте посмотрим, что у нас по сотрудникам есть. 5 дней, 300 баксов. Он может защитить ваш магазин от всевозможных атак. Нейтрализуйте своих врагов с помощью очень быстрой атаки. Это хорошо. Это вот мне вот этот тип нравится. 3 дня, $600. Кошмар воров и неплательщиков. Ну, мне вот это я понимаю, вот так вот от камикадзе он работает. Воров-то можно пресечь. Отправляет на... Вот, смотрите, 3 дня у меня мишка. Мишка будет... привлекать клиентов. Перспектива очень хорошая. А может быть... Ай, ладно, клиентура пока прет. Что мне там? Сейчас у меня в заказах есть... Друзья, заходите. Слушайте, мне бы еще вот этот стул, конечно, вонючий поменять. Он, ну... Как-то негоже. Согласитесь. Так, давайте, друзья, по-быстренькому мы сбегаем... Нет, пока ладно, запах пока у нас не надо менять. Еще день, я думаю, он продержится. Температура у нас
25 градусов. Что очень хорошо. Друзья, ну заходите. А что они, слушайте, а как они так... 8 утра. Ну, пора бы уже приходить. Ладно, давайте посмотрим, там, что там по Steam у нас. У нас еще очень много игр, я вам хочу сказать. Прям очень много игр для покупок. Кафе открыто у нас. Давайте пошаримся в интернете. Может, найдем что-нибудь интересного. Как-то можно бабла, что ли, заработать. Skin Case, Apps. Так, это игры. Крэк. Что за крэк? Добро пожаловать в мир взлома. Новый IP. Хорошо. В целях безопасности поставим. И что? И что мы здесь делаем? Ничего нельзя сделать. Кавали. Play. Давайте поиграем. Что тут у нас? Кава. Кава-и. Так. Уж что, за 12 баксов? Оп. Ой, слушайте, может тут бабла можно поднять? Давай, погнали. Оп, сколько монет, сколько монет. Так, и что я выиграл? Вы выиграли 7. Что выиграл 7? На что я выиграл 7? Что здесь за непонятки? 7, выиграл 9. Так, там что там? Там играет тип за этим. За кем? Так, за игровым автоматом. Час, ладно, черт с тобой, сидит и это час. Так, давайте мы посмотрим, что тут у нас, как выигрывать. А что делать здесь? О, смотрите, какой-то брюлик можно затащить. Так, а что, ты ушла и не заплатила, что ли? Я не понял. Нет. Вроде все хорошо. Вроде все хорошо. Так, а что мы там выиграли? О, это серьезная заявка. Утвердить, утвердить. Так, слушайте, а что мы выиграли там? Нет, сканер мне не интересен. Ну хорошо. Предположим. Предположим. Ну я поиграл, потратил денег. А, продать монету. О-о-о! 120. Ни хрена себе. Клево. А что ты там выиграл? Сколько у меня уже денег? Друзья, 757 баксов. Скоро. Очень скоро. Я прям... Ой, какой срач. Куда? Куда? Вы видали? А, она за игровым автоматом, наверное, была. Ну, на тебе. Все, мне... Не, смотрите, у меня сильнее удары стали. Я ж прокачал себя. Так, надо бабло с этого снять. Меня сейчас загасят. Ну, дайте хоть один раунд выиграть. Блин, швабра мешает. Давай, иди сюда. А, yes! Хорошо! Без биты, видели, друзья, без биты. Надавал, так сказать, нарушитель. Не, ну это был не нарушитель. Он попался просто под горячую руку. Под вот... Так, народ пошел уже. Хорошо, боже, денюшка. Утвердить, друзья, утвердить. На один час, хорошо. Какие ощущения. Как приятно. Так, ну что, думаю, все хорошо. У меня пошли уже хорошие оценки. У меня уже хорошие оценки люди пишут, потому что я всем улыбаюсь. Или я не прокачивал этот навык. Навык я себе прокачивал, так где я всем улыбаюсь. Смайл. Клиентов приветствуют приятным разговором и могут попросить дополнительное время. Ну, для этого у меня нет. У меня нет столько навыков. Ну, вы что? Хотя они у меня так просят дополнительное время, когда вот... Им нравится, понимаете, им же нравится играть. У нас так все замечательно здесь. Все превосходно. Вот, видите, она попросила еще на полчасика. Как я могу отказать? У меня 915 баксов, друзья. Все, скоро. Скоро, скоро у меня будет новый компьютер. Хороший новый компьютер. С видеокартой. Не абы что. Следы зачищаем, все чистим. Дружище, а, ты играл, все хорошо. Ты можешь уходить. Так, а вот ты... Ой, бита. Бита мне нужна, друзья. Мне нужна бита, чтобы я расправлялся с ними всеми на раз-два. Заходим куда?
Замазор. Друзья, мы идем на Замазор. Что на Замазоре? Совершенно верно. 939, 978. Хорошо. Хорошо. Что по отзывам? Двойки. Писала штаны. И ты вечно сущая какая-то у нас. Мадама здесь. Так, друзья, мне надо купить... мне надо купить... 35 баксов. А это кто дал 35 баксов? Откуда 35 баксов прилетело? Точно Трамп. Так, ну боюсь я оставлять без присмотра. Жду я, значит, верблюда. Жду я верблюда. Ну, слушайте, а, вот, а как ты появился? Откуда ты взялся отсюда? Как-то так. Ой, а вот видите, там я вот... Оп, и все. Мадемуазель, не уходите. Потому что я буду с вами разбираться. Сука, нет! Блять! Блять! Сука, это ты, блять, все отвлекла, коза! Блять! Каша просто... Что я могу сказать? Это вообще просто жопа полная. Стараешься, стараешься. Надо ставить за 600 баксов чувака. Потому что, блин, я расстроился. Он вот так вот, это вот просто вот это шалопутало, которое начало меня бить. Которое не заплатило бабло. Я ее начал оставлять. Нет. С одной оплюхи улетел. Вот это мне нравится. Слушай, надо мне прокачать. Физуху надо прокачивать. Чтобы я мог вот так вот, вы видели? Я присек этого синего нарушителя. Во время того, как он пытался тут все мне уничтожить. Ладно, давайте мы, что мы пойдем купим. Что я хотел купить? Я уже забыл, что хотел. Где ты был? Где ты был пару минут назад, когда мне забежал камикадзе ко мне? Блеха, ну видели, как он взорвался? Я надеюсь, он же там не взорвал ничего конкретно, не уничтожил. Пускай взорвал, беспорядок навел, но бляха, там сейчас все это восстанавливает, это просто жесть. Так, сколько у меня денег, друзья? Сколько у меня денег? Давайте физически все, надо физуху качать. Вот, раздача по щам. Это позволяет носить более сильные удары. Сюда. Вот нежданно, негаданно и все. Пропустил, все. Так, денег сколько у меня? У меня есть бабла. Бабла у меня есть. $100. Ничего я не куплю у него. Я у него куплю только биту. Биту. И еще вот вонючку эту могу купить. Ну, ладно. Ладно, давайте мы сейчас все это аккуратненько восстановим. Жесть, просто жесть. Скотина. Ай, мышка. Надо, все по порядку. Все по порядку. Монитор, все лежит. Кондиционер не работает. Ай, блин. Еще горит, пожар еще. Твою мышь, там же ничего не работает. Там же все выключено. Еще мне не хватало, мне синтемный, чтобы сгорел. Вот этого мне еще, конечно же, не хватало. Для полной, так сказать, картины. Так, ладно, устанавливаем это сюда. Так, здесь вроде стол более-менее. Более-менее остался на месте. Клавиатурка. Сюда. Стул. Стул перевернуть. Уже хорошо. Так, вот здесь, конечно, чуть тоже пострадало. Чуть пострадало. Здесь компьютер галимый, да? И стул галеный. Хорошо. Ой, все вот это падает так. Не, надо копить деньги на охрану. Потому что... Это вымораживает очень сильно. Очень сильно вымораживает.
Я надеюсь, охранник будет бдить. Что-то... Ну... Я не могу. Я вспоминаю его забегающего. Что настроение пропало. Так, у нас пока там никого нету. Закроем. Сейчас еще падла забежит сюда. Ну, он же может. Рванет опять здесь все. Так, клавиатура. Системничек, пожалуйста. Как-то стол коряво стоит. Ну ладно. Не, мне не нравится. Мне не нравится, как стоит стол. Это некрасиво. Давайте пока этот выстроим. Этот у нас стоял рядышком. Давайте сюда. Здесь хороший монитор. Вот это хорошее. Хорошее рабочее место будет. Вот у нас новый системник, друзья. Отлично. Может, бабла будет побольше? Не. По крайней мере, на это надеюсь. Чтобы деньжат, как он стоит. Ну что, я его так вот не впритык поставил, как тот стол. Ай, ну ладно. Шьет с ним. Так, сюда мы ставим хороший стул новенький. Так, сюда устанавливаем стул. Нет, это рабочее место однозначно я буду сейчас переделывать. Потому что мне очень сильно не нравится, как оно все стоит. И мышка у нас здесь, слушайте, все. Здесь вообще прекрасный компьютерный стол. Там по видеокарте кто-то писал. Ну, мышка единственное, что старенькая. Ну, как бы черт с ним. Мышка дело наживное. Главное, хороший системник. Клавиатура. Чтобы пальчики били по нужным буквам. Так, и мы это все дело устанавливаем сюда. Давайте так. Хорошо стоит? Нет, хреново стоит. Так. Вот так. Ну. Да. Хорошо? Хорошо. Все. Практически идеально. Устанавливаем сюда системный блок. Перевернуть надо. Что-то вот нехорошо. Так, системчик устанавливаем. Мониторчик, старый мониторчик. Ну а что делать? Ну, еще пока деньжат не так сильно заработали. Чтобы устанавливать прям классные мониторы на всех компьютерах. Ну, со временем, чего? Со временем все будет. Все у нас все будет со временем. Так, хорошо, мышечку сюда. И стульчик. Все, стул есть. Три рабочих места. Друзья, заходим. Сейчас только подмету. Так, что у нас тут чисто. Все отлично. Все шикарно. 4 утра. Конечно, никаких нету людей, посетителей. Ладно, оставляем мы все в таком ключе, значит. Выключаем электричество. Не дай бог, чтобы без нашего ведома здесь ничего не погорело. Хорошо, электричество отключено. Закрываешь нашу кафешечку. Все, пора перерывчик делать, пора идти домой поспать. Хороший трудовой рабочий день. Сегодня очень сильно разбились. Все, друзья, спасибо большое за просмотры. Не забываем ставить лайки. Всем большое... Подписываемся и колокольчики. Обязательно всем большое спасибо еще раз за просмотры. Все, всем пока-пока. До следующей рабочей смены.